таких, как я, надо убивать, понимаете? Разница территории. Тем более, нами подано ДВД уведомительное письмо. Это ваше право. Пожалуйста. Это ваше право. Пожалуйста, наше право. И наше право не нарушайте. Мы имеем, согласно Конституции, статье 20, ваши собираться на мирные мероприятия, которые не мешают, которых людей выселяют сейчас, поджигают вот эти вот базары, вот эти поджигают, чтобы выселить их туда. Что, на что они идут? А он пришел, и вот это маски шоу здесь с нами воюют. Понимаете? Нас убивать надо. Вот это он сказал, что таких, как я, убивать. Эти люди, все будете болеть, все будете. Послушайте, все будете прокляты, все. Не, посмотрите, что творится на базаре, сожгли вот эти, да, выселяют людей. Вот этот город вообще в мусоре утопает весь. Город в мусоре весь утопает. Вообще уже!